У прэзентацыях экспертаў і аналітыкаў сучасны стан сацыяльна-эканамічнага развіцця рэгіёна з падрабязным аналізам структуры эканомікі, вызначэннем праблемы рэсурсаў. Што далей, у які бок развівацца, які шлях прывядзе да працвітання, а які можа прывесці ў заняпад. Ад правільнасці сённяшніх рашэнняў залежыць будучыня рэгіёна. Ключавая асаблівасць падыходу ў стварэнні першай стратэгіі рэгіянальнага развіцця – ініцыятыва знізу. Каб ідэі паспяхова рэалізоўваліся, яны павінны вырасці з грамадства і падтрымлівацца тымі, хто жыве ў рэгіёнах, упэўнена намеснік дырэктара навукова-даследчага эканамічнага інстытута Мінэканомікі Наталя Берчанка. Самое главное, что сейчас делается попытка расшевелить вот эту инициативу регионов и действительно создать механизм, когда регионы сами будут влиять на приоритеты и на дальнейшие какие-то шаги со стороны государства по поддержке этих приоритетов. То есть, ну, два ключевых этапа – это выбрать направление развития, а с другой стороны сформировать систему поддержки, чтобы эти приоритеты действительно развивались с ускоренными темпами, и мы увидели новый технологический профиль регионального хозяйства, тот, который будет конкурентоспособен на долгую перспективу. Традыцыйная асаблівасць брэсцкага рэгіёна ў павышанай актыўнасці малога і сярэдняга бізнесу. Больш за 30% падатковых паступленняў у бюджэт менавіта з гэтага сегмента. З пачатку года зарэгістравана каля 800 новых прадпрыемстваў і арганізацый. Мы видим в том числе, что есть резервы и по развитию туризма. Как вы знаете, что некоторые регионы войдут в зону безвизового въезда, естественно, будут развиваться услуги. То есть тот же агроэкотуризм, тот же придорожный сервис, торговля та же. Но в то же время идет увеличение уже вот обычно около 15% открывающихся предприятий – это предприятия промышленности. І ўсё ж стратэгія праграмы на перспектыву, якой павінна быць структура эканомікі, каб заставацца эфектыўнай. Як кажуць, пытанне на мільён. Прадпрыемствы, якія сёння прыносяць даход, у заўтрашніх умовах могуць прабуксоўваць. Да, они могут быть сейчас очень эффективны и казаться, что это наше спасение и наш приоритет. На самом деле, если глянуть более отдаленную перспективу, будет понятно, что сейчас, пока эти отрасли работают, есть определенный запас прочности у регионального хозяйства, надо взращивать какие-то другие сегменты и очень интенсивно это делать, чтобы обеспечить себе доходы в более отдаленной перспективе. Мы ни в коем случае не приехали для того, чтобы рассказать, как жить. Мы приехали для того, чтобы услышать, что нужно. И по итогам каждой конференции мы будем просто собирать какую-то обратную связь и готовить такой общий документ, который пойдет в Министерство экономики, ну и в другие госорганы, которые занимаются региональной политикой. На выпрацоўку эканамічнай стратэгіі крыху больш за год. Плануецца, што ўжо ў наступнай пяцігодцы сацыяльна-эканамічнае развіццё рэгіёнаў будзе вызначаць менавіта гэтая праграма. Аліса Грыгарчук, Мікалай Кавалёў, Тэлерадыёкампанія Брэст.